Мария Хрумкина и Дмитрий Петровский – две медийные личности. Первая недавно выпустила книгу, в которой очернила Диму по полной программе. Там сказано и про побои, и абьюз, и ни слова про годы любви, в которых они прожили. Одним словом, ужас. Общественность всколыхнулась, актера Петровского перестали приглашать в проект, и он решил подать в суд за клевету, чтобы Марина перестала выпускать эту проклятую книжку. Главные роли в картине исполнили Мария Горбань, Максим Лагашкин, Игорь Верник, Ирина Темичева и другие. Известно, что создатели картины «Звездный суд» изначально объявили о своем намерении снять несколько сезонов по типу первого: новый сезон, новая звездная пара, но судьи и адвокаты останутся прежними. Начало съемок еще не объявлено в лучшем случае. Новые серии выйдут к концу 2023 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.